рамках национального проекта «Демография» последние годы строим достаточное количество детских садов на всей территории Тульской области. За прошлый год мы ввели в эксплуатацию 8 детских садов, на этот год запланировано 9. Очереди от 3 до 7 лет у нас не было уже на прошлый период. На конец года мы выйдем с ликвидацией очередности от любого возраста по всем территориям.